Всем привет, с вами Андрей Чент, и мы продолжаем играть в Амнезию. В прошлом выпуске чуть подбомбило. Какой-то мой знакомый, которого я узнал, оказался монстром. Того чувака дебила я спасал, он захотел меня еще и грохнуть, отдать на съедение этому придурку. И мы, в общем-то, загрузились, сохранились вот в этом месте. То есть, я так понимаю, пошло питание. И что мне дальше делать? Я без понятия, сейчас будем разбираться. А куда я могу пройти? Я же, наверное, что должен включить? Тут, может, какая-то кнопка есть? Не? Сюда тоже не выйти? О, Ричард, блядь. Да, Ричард был предателем, блядь. Ричард, блядь, меня подставил. А, точно, тут же рубильник был. Помните? Я помню. Запускай! В смысле, бля? It's full of life now. Richard's life. I should take this back upstairs. To the machine. А, это мы забрали, типа, за... Это оно заряжалось. Все. Господи, малютка, этот аппарат тебе навредил? Я тебе навредила? Черт, черт! Знаю, и вправду происходит как со мной, как с Лео. Так, у нас теперь есть их два сосуда. Один у нас где-то вставлен был ранее. И второй у меня вот. Окей. Так, ну на выход, то есть. Мы эту больше чупакабру не встретим пока что. Спасибо, бля. А я и не собирался возвращаться, да? Че, прикалываетесь, бля? Это что за блендер, блядь? Блядь, вот это... Фух, чувак, это я посрался. Я думал, это монстр это стоит. Есть два рубильника. Этот не включается. А что происходит? Меняется, я увидеть не могу. А, может быть, эту хрень толкать, чтобы поломать зубья. Угу. Ну, я предполагаю. Типа сначала мы тут раскрыли проход. Ну, что, не могу пройти или что? А дальше мы берем эту штуку и толкаем. А что не толкается? В смысле нет? Толкнуть. Ладно, давай рубить.
мобильник переключим еще раз. Ну, логика, наверное, должна быть такая, что мы должны что-то потолкать. Подожди. Ну да. Ну давай включим другую. Типа та опускается в воду. Та подвинулась поближе. Наверное, на ту раскачивать. Давай попробуем. Типа это опустилось. Что такое? Мама купается. А ну. Раз. А может туда надо кидануть ее? Бля, подожди. А если я сейчас подниму, та поднимется? Надо понять, я так понимаю, я должен это заблокировать шестерню. Наверное, все же не прямо. А вот та угловая какая-то такая спорная. А ну-ка, вот в том углу. Да, все, я понял, куда надо толкать. Сразу не заметил ее. Все, и теперь мы вставляем эту хрень. Она даже он аж искрит. Ну, мысль моя была верна. Единственное, что не с теми штуками я толкал. А так, в принципе... А, блядь! Сука! Бля, напугал. Бля. Иди в жопу. Таси, бля. Я обосралась от тебя. Умоляю. Я не тот. Не уходи. Иди в жопу, я тебе не доверяю. Леон считает, что тебе надо бросить. Леон прав. Я сейчас лишь обуза. Что я говорила, бредовая идея самопожертвования. Мы не станем под него прогибаться. Слышишь? Хэнк! Я вижу свет в конце туннеля. Леон, прости меня! Ты сердце мое, прости за любовь. I know. Знаю, малютка, все хорошо, там вообще все шикарно. Он нас не достигнет, по крайней мере, пока. Давай выбираться. То есть пока уже хватит, правильно уже? Сколько можно всраться от него? Не думай. Не думай ни о чем. Ни хрена не видно. We just need to get this canister into the machine upstairs. Нужно принести только канистру. А есть что поджечь тут? А, вот проход. А что это? О, это лифт. А, это такой у вас лифт? Come on. Меня ж никто сейчас за жопу не укусит. Сейчас там сверху. Hello! This is only going to get worse. Так, тут точно что-то должно лежать. Тут точно должно лежать. Вот спички. И тут ни хрена, ну хотя бы спички. Пошли дальше. Блин, вначале, знаете, первая серия игры казалась такой, типа, что это? А сейчас так в некоторых моментах прям срунца ложу. Зачем мне поджигать? Я уже и так выйду.
А, простите. А, мы, я помню, эту дверь, по-моему, мы проверяли, если не ш... или нет. Стоп, а как мне туда теперь войти? Типа мне вверх в темноту идти? Ничего, да, не происходит? О, тихо. Ну, нам типа стрелка туда, но туда мы пройти не можем. Или... А, это когда мы шли только, мы сейчас должны вернуться. Наверное, да. Я же просто... А, все, вспомнил эту комнату. Угу. Там ничего не изменилось вообще. Нахрена эта комната была? Я, о, честно, без понятия. Какой-то командный пункт с замком. Какой красивый мужчина. Так, тут мы были. Тут мы были. Ага, это там, где я свернул по стрелочке. А где я вторую поставил? Куда мне вообще? Я вообще уже все позабывал. А что у нас? А где у нас тут? А что мы должны делать? А, это использованная галимая. Ну, у нас есть одна. Нам одна и нужна? Оттуда мы пришли, все, вспомнил. Оттуда мы пришли, а здесь что? Делаю эту запись во второй зов третьего восхода под знак Жнецы, приспосабливаться к улучшенным условиям охоты. За последние 10 восходов было собрано 17 единиц, что на 4 больше, чем в прошлом цикле. А, все, исполним второй оста. Мы же вторую оставили как... Тихо, бля. Мы же вторую оставили, когда заходили сюда. Возможно, когда я отсюда выйду, я типа заберу ее. И закроется дверь, правильно? Вот сюда мы пришли. Что такое, бля? И вот тут сейчас при входе эта хрень стоит. И вот две капсулы эти мы берем. И вставляем. Один, солнышко мое. Один. Моя китя бабина. Так, портал. Вот, мы забираем эту штуку. Закрывается дверь, она нам не нужна. А были следы крови? Я уже даже не помню. По-моему, да. Твою мать. Даже не успел нос почухать. Что делать, блядь? Это так задумано? Я бежал. Наверное, да. Это та хрень, которая светилась? What? Да. Свет в конце туннеля. Are you there, little one? Ага, у меня остались эти две банки. Хорошо. I hope you're all right. I need to... Need to find another way back to the portal. I have no idea what we need to deserve all this bullshit. Что происходит?
Ну, тут уже свет падает. Вот стану на свету. Давай животика погладим. Лучше стало. Что тут происходит, блядь? Я помню этот проход. Все. Мы тут спускались, тут же этот светился хрен. А, уже открыта дверь. Угу. Ага, хорошо. Ладно. Может, я думал там что еще посмотреть, вдруг что найду. What do you see? Темно, мама, совсем темно. А назад уже не войти. Ну и ладно. О, светильничек. Какой там? Средний, это плюс 3. Давай поставим. Так. А что у меня по спичкам? 3. Спички чуть поэкономим. У меня их немного. Теперь давай зажигать. Раз. Два. Скоро спички закончатся. Это считается светом же, правильно? Ладно, давай зажигать последнюю, так и быть. Чтоб тут с ума не сойти. О. Фух. Так, вот 7 правительниц династии Ирен, Тамаида, Тагана, Маати, Анна. Последний из... Окей. Так, ну, крутим. А, прямо открылась. Блять. Что такое, блять? Ты не будешь меня атаковать? Говно собачье. Бля, не нравится мне это место. Ядри здесь лабиринта. О! Я иду за светом. Бежала мимо. Пошел нахер, блядь. Где вход?
Вон он. Я не вижу, куда бежать. Слушай. Не волнуйся, я сам обосрался уже, если честно. Бля, уже и это разряжается. Что ж ты будешь делать? Бля, там еще лазят. Да сколько вас тут, бля? Посмотрю на свет. Боже, ну темнота ж, ну реально, что в жопе. Лампа разряжается. Ой, блядь! Право либо влево. Наверное, я иду правильно. Ой, блядь, как вы меня дурой. Очень напряженная, честная игра, типа. Ни хрена уже не вижу, что там лежит. Так, это можно факел зажечь, но мы не будем портить. Я извиняюсь, а зачем это? Ага, я понял, спасибо. Я не знаю, если есть возможность закрыться, я только за. Чпунь. А тут типа открыться, да? Уберем стул. Давай. Оп. Блять, ну просто, ну куда я вышел? Ёб вашу мать. Вы, блядь, издеваетесь, скотины, блядь, что вы, блядь, что это было, блядь? В смысле, блядь, а что, а мне, а как? Может, тихонько? Ёбаный в рот. Бля. Я очкую. Блять, зашли. Иди нахер, блять. Сука. Блять, а куда мне? Вижу. Бля, это просто пиздец какой-то, блядь. Граждане, ёпта мой. Блядь. Фу, бля, ну. Ой, бля, ну. Ой, бля, посмотрю на эту светящуюся палочку.
Ой, блядь, просто, блядь, бегу, куда глаза глядят. Сука, у меня уже ни спичек, блядь, мне ни хера нету. Я бомж. Идите нахуй, а то я не пойду, блядь. Я здесь побуду. Блядь. Какой, мать его, ужас, блядь. Записочка. Везде долбаные чудовища, всюду скребутся в развалинах, вынюхивают, охотятся. Держусь изо всех слив. Слишком страшно. Все время врубаюсь и так, когда очнулся, обнаружил, что голодаю кость. Блять, давай восстановимся чуть-чуть. Смотри на свет. Смотри на свет. Свет. Погладь живот. Фух, блять. Я думал, что я ушел от той хрени, блять. А тут их теперь дохренище. Это не лампы у меня, ни херда нету. А все, меня накрывает. Я пытаюсь, но у меня нечем, бля. Сука, чем зажечь? Спички. Бля, давай это срочно. Срочно. Лампа. Блядь, лампа. Куда мне идти, блядь? Свет в конце туннеля. Блядь. Нахера я сюда зашел? Потому что, наверное, мне вниз. Ох, меня штырит. Шипы какие-то. Спички, может, а? О, спички. О, заправка. Срочно заправиться. Зажечь. Факел. Факел. Крутим. Что это? Только потише? Не понял. Типа я должен нажать на что? Типа одну проходит. Ага, все, я понял. То есть мы крутим. Проходим здесь. Сука, я понял, надо, получается, успеть нажать. Беги, куда глаза глядят!
сюда, блядь! Дальше, блядь, вижу сюда! А, сука! Куда, блядь, сюда? Ой, ёбушки, воробушки, блядь, а шо ж ты, блядь? Просто капздец какой-то, блядь. Блядь. Я беру свои слова назад, когда в начале... Блядь! Да вы заебали! Куда, бля, вижу? Открывай дверь, блядь! Ну его нахер, блядь! Ой, блядь! Я беру свои слова назад, что игра неинтересная, не страшная, и вообще что это за херня? Это было мое ошибочное мнение в первой серии. Это пиздец, блядь, какой-то. Ой, блядь, одна спичка и больше ни хера, блядь. Ой, блядь. А, я вернулся в то же место. Ой, блядь. Вернусь, нужно как-то запустить. А что запускать? Давай, блядь, вставляй. Раз, блядь. Два. И на кнопочку, блядь, нажимай. Давай, блядь. Шо? Шо, вот черт, нормально все, блядь. Чуть нихера не понял, ты уже портал открылся лишь? Шо такое, блядь? Что делать? Шо? А, типа, может быть, светильники направить? Все падает просто. Все, я понял. Ой, блядь. А сука, не пройти? А как пройти? А я не помню, где третий. Come on! Come on, quickly! Быстрее, блядь. А, блядь! Ёбаный в рот, блядь, в смысле? Страшно.
Hush now, lullaby. Какие последние выпуски тяжелые? Ой, блин. Hush now, lullaby. Баю, баю, ты не плачь, я не плачу. Просто расстроен чуть-чуть. Блять, что еще не закончилось-то все? Где это я? Не знаю, что это было, но оно, похоже, сломало портал. Ну и слава богу, те хрены остались там, правильно? И теперь что? Я не успел прочитать. Блять, у меня еще раз. Не лампы и одна спичка. Шикарно. Так, ну тут вроде меня никто не укусит, можно выдохнуть. Что у нас здесь? Без понятия. Так эта штука нужна будет для того, чтобы что-то открыть, какой-то портал. Чтобы какая-то дверь открылась. Давай посмотрим, что вообще здесь, как, куда. Что это за место? Туда можно пойти. Сюда можно пойти. Блять, наверх можно пойти. Какой у нас огромный выбор. Ну ладно, сверху ни хрена, хорошо. О, тихо, светильничек взял. Еще один портал? Это уже не портал, забудь. Так, значит, сверху ни хрена. Мы можем пойти прямо, можем пойти в сторону. Зачем мне это? Чтобы где? Что открыть? В каком месте? Ладно, пока с собой таскать не буду его. Для чего-то же он... Может, тут? Вот, наверное, сюда. А ну иди. На секундочку. В смысле, ты уже связь потерял? Не отсюда? Вон, смотри. Вот там еще один стоит. Не? А, может, их тут два надо? Ну да, связь появляется даже не здесь. Да, точно не сюда. М-м. Ну, сейчас точно нет. Хай постоит здесь, хорошо. Там внизу не открывается, правильно? Ну, нам только то вниз идти. Ну, пошли. Если тут ничего не сожрет. Ага, вон еще одна такая хрень. Лестница наверх. Хочу залезть. Я прошу прощения, просто мне... А нахрена лестница? А что-то открыть, может, надо? Это что? Так, ну эта штука здесь не зря. Я понимаю, что нужно забрать. Короче, так понимаю, теперь мы должны там выстроить цепочку, чтобы свет добил до той дальней двери. Ну, мне так кажется. Тихо. Я думаю, да. Побежали. Простите. Простите.
Не туда чуть-чуть. Вот, и мы сейчас типа создадим цепочку. Ну я вообще хотел не так сделать. Но мне это тоже нравится. Давайте проверим другую еще схему. Супер схема, вопросов нет. Сейчас на секунду поставим сюда, а вот тебя возьмем. И вот какая у тебя самая дальняя точка, пока у тебя она есть зона видимости, правильно? Вот есть, 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 нету. А вот здесь есть. Так, и вот должно сейчас получиться, если я возьму вторую. Правильно? Ну, вроде же рабочая должна быть схема. Смотри. Оп. О чем пропало, бля, не понял. Шо, дурак? В смысле, бля, ты же работала. Шо, балуюсь, блядь? О! Я же вижу, что я правильно подумал. Единственное, что там бывало, связь плохая, наверное. Через 5G работает, сигнал плохой. А, вот третья. Вот не зря, наверное, сюда зашел, потому что нам понадобится 100%. Давай поставим сюда. Что за записки? Важный прорыв разработки процесса очистки совершился благодаря... Так, это весьма... Ничего интересного. Это что? А что это? Светильник? Так, Тутанхамон, бля. Ничего нету. Тутанхамон. Бля, металлическая. Не ломается. Нема там спичек? Спички. Мне нужны спички. Эти гробницы какая-то реально, да, египетская. Светильник. Нету. О! Давай сразу заправим. Плюс 3. Спичек нету. Спичек нет. Люди здесь спичками не пользуются. Может, на столе еще лежит? Тихо, тихо, тихо. Нормально все. Поломанная. Господи. Ну, больше тут нечего взять. Короче, мы здесь пришли за этой хренью, я понял. Так, идем туда выстраивать теперь туда, правильно? Наверное, да. Так. Так, есть. Так, это. Пока перенесем. А у меня вопрос, а какая финальная точка? Типа тут мы поставили... Как будто открывается такой. Какой-то такой звук. О, хера себе я. Электрик у мамы. Ага. Окей.
sort of performance. Раз. Presentation. Ага. Ага, я понял. А это зачем? А я прошу прощения, а каким образом я нажму рычаг, если я буду сверху уже... И шо? Это мальчик. Ой, бля. Что происходит, бля? Типа я должен там быть? Окей, еще раз. Он опускается. А, уже никого нету. А, рычажок можно уже было не трогать. Типа первый раз не дали понять, посмотреть, как это происходит, да? Хорошо. А мне сейчас, наверное, бэбика моего покажет в животе. Да. Прости, малютка, это слезы счастья, поверь. Я думала... Вдруг ты мне только приснилась, или что у меня внутри, или что-то пошло не так. А, кнопку нажать? А что это за кнопка? Что? I don't like Мне this. Это не нравится. What does it mean? Что это значит? Блять, болезнь, зря тратить. Ребенок родится больным, болезнь уничтожит ее. Я могу помочь ей, я могу спасти ее. Она больна, я помню, господи, как и Элис, что же делать? Помоги мне. Помощь в этих стенах, иди за мной. Ну, ладно, уже в следующем выпуске мы, если что, тогда пойдем за ней. Я пошел менять трусы после своего шикарного побега. Буду благодарен за лайк и до скорой встречи.